До календарной осени еще 3 дня, но погода словно торопится. Последняя неделя августа совсем не летняя. Многие люди тяжело переживают резкое похолодание и признаются, что в пасмурные и дождливые дни их накрывает. Справиться с таким состоянием поможет полноценный 8-часовой сон и занятия спортом. А чтобы поднять настроение, психотерапевт рекомендует добавить в гардероб цветных аксессуаров и заняться интерьером, создать уют дома и на рабочем месте. Но погода влияет не только на наше самочувствие. Анастасия Щербакова проанализировала уходящее лето и нашла любопытные закономерности. Каждое утро Ольги Майоровой начинается не с кофе, а с прогноза погоды, без которого точный бизнес-прогноз не составить. Потому что уже исходя из года в год было замечено, когда дождливая и пасмурная погода, наших гостей становится ровно в 2 раза меньше, чем солнечную яркую погоду. В памяти о статистике, июнь 2019-го стал одним из самых холодных за последние 15 лет. В середине месяца столбики термометров застыли на отметке в плюс 4 градуса. Для тюменского бизнеса июнь оказался настоящим ледяным душем. Упал спрос на мороженое и прохладительные напитки. В такую погоду гости чаще всего просят им наливать либо глинтвейн, либо наш фирменный горячий шоколад. Плохо шли продажи сарафанов и босоножек. Зато у покупателей проснулся повышенный интерес к уютному трикотажу и резиновым сапогам. Неудивительно, ведь план по осадкам погода в июне и июле выполнила почти на 150%. Проливные дожди смыли не только надежду на долгий купальный сезон, но и пыльцу с растений. В нашем регионе при благоприятной погоде период медосбора составляет 35-40 дней. Последние годы он сократился до 2-3 недель. В этом году вот лично у меня был медосбор товарный 10 дней. По мнению экспертов, летние холода разогреют цены не только на мед, но и на импортные фрукты. Зато стоимость мяса в Уральском федеральном округе понизилась вместе с температурой. Сезон шашлыков оказался коротким, в отличие от очередей в кинотеатры. Конечно, в прохладу люди идут с семьей, куда провести отличное время в кинотеатре. Действительно, по закономерности, чем хуже погода на улице, тем больше людей у нас в кинотеатре. А вот у тюменского лета хэппи-энда не случилось. Мало того, оно завершится вполне в духе Тарантино. Главным злодеем августа можно считать активный атмосферный фронт, который идет в атаку с северо-запада. В его арсенале сильный порывистый ветер и холодные проливные дожди. Он быстро собьет и без того невысокую температуру, и в последний день лета похолодает до абсолютно осенних плюс 7. Такая погода больше характерна для середины октября. Поэтому, собираясь на школьную линейку в честь нового учебного года, в придачу к букету захватите зонт и теплый шарф. Пригодятся.